Доброго вечора, в ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Раз на тиждень у вівторок ми зустрічаємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які нині турбують суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – черги у ЦНАПах. Недопрацювання чи недофінансування? Ще кілька років тому громадянам України для того, щоб отримати ту чи іншу адміністративну послугу, доводилось обігати чимало державних установ, які були вповноважені ці послуги надавати. Люди витрачали безліч часу і сил, полюючи на необхідні папери. Але з 2014 року ситуація докорінно змінилась. По всій країні запрацювали майже 600 центрів надання адміністративних послуг. Нині кількість ЦНАПів по Україні сягнула 775. Громадянам більше не потрібно було оббивати пороги численних установ. Відтепер необхідні послуги вони отримували у одному місці, витрачаючи на це 15-17 регламентованих хвилин. В Україні стартувала децентралізація адміністративних послуг та запрацювало реформування цієї системи. Миколаїв у даному питанні починав як новатор. Ще в 2002 році у нашому місті стартував пілотний проєкт видачі дозвільних документів підприємцям за принципом так званого «єдиного вікна». Цей досвід ліг в основу прийнятого у 2005 році закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. На жаль, далі пілоту справа не пішла. І Миколаїв з часом втратив першість щодо надання адміністративних послуг, а потім серйозно відстав від інших міст України. І нині місто намагається надолужити згаяне. Починаючи з 2016 року, у Миколаєві створено 4 центри надання адміністративних послуг, які перебувають у структурі одноіменного департаменту міської ради. Відповідно, і фінансуються. Все ж таки, децентралізація. Але чи то недостатнє фінансування позначається, чи якісь інші причини, але поки що миколаївці хоч і можуть отримати 127 адміністративних послуг у одному вікні, які надають 59 адміністраторів та реєстраторів, змушені довго під тим вікном очікувати. Черги у міських ЦНАПах довжелезні. Люди нервують, особливо враховуючи той факт, що за деякими папірцями все ще доводиться заходити у інші двері та заглядати у інші вікна. Тож проблема існує, і саме про те, як її вирішити, і що передусім потрібно для цього зробити, ми будемо обговорити сьогодні у нашій студії з нашими гостями. Я вам їх представляю. Дмитро Лазарєв, директор департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Вітаю. Та Юрій Гранатуров, міський голова Миколаєва у 2013-2015 роках, депутат Миколаївської міської ради. Вітаю. Добрий вечір. Я чекаю від учасників дебатів, аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних та шкідливих емоцій, лише факти та переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь. Конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спершу пропоную вам позначити свої позиції. Правила першого раунду – це 3 хвилини на позначення вашої позиції. Опонент має можливість озвучити свою реакцію на вашу позицію та отримати реакцію у відповідь. Тож, розпочинаємо. На вашу думку, черги у миколаївських центрах надання адміністративних послуг виникають через неефективну роботу фахівців чи через недостатню їх кількість, причиною якої є недофінансування міською радою цієї структури? І якщо недофінансування має місце, то чому депутати й досі не вирішили цю проблему належним чином? Дмитро, будь ласка. Спасибо за підняття такого актуального питання. Зараз дійсно уровень социального напряжения, именно касаемо предоставления административных услуг в местных громадах, достиг своей такой достаточно серьезной точки кипения. В свою очередь хочу сказать, что здесь я хочу представить не только свою позицию как руководителя департамента, а и передать те настроения и те вызовы граждан, жителей города Николаева, которые я слышу постоянно и хочу донести сейчас и общественности, и, пользуясь случаем, обсудить эти вопросы с представителем Николаевского городского совета. Хочу сказать, что, на мой взгляд, те очереди, которые, к сожалению, глубокому моему сожалению, находятся у нас сейчас в холлах Центра предоставления административных услуг и их отдаленных рабочих мест, связаны с тем, что мы нужны, важны, и наши функции необходимо выполнять. Хорошо это мы делаем или плохо, мы уже видим сейчас оценку. Да, действительно, очень много негатива высказывается в наш адрес, но если проанализировать, мы постоянно ведем такую статистику, анализируем эти обращения, жалобы где-то обоснованы, где-то порой не очень, но хочу сказать, что главный смысл, который положен в идеологию вообще Центра предоставления административных услуг, это борьба с коррупцией путем
невозможности влиять на принятие решения субъектами по той или иной услуге, за которыми обращаются население. И хочу сказать, что за полтора года моей работы на должности директора департамента никогда ни у кого не было жалоб именно по качеству предоставления этой услуги, по ее законности, по, не дай бог, получению какой-то неправомерной выгоды и так далее. Те очереди, которые происходят, ведь они стоят, эти люди, в 99% не за административной услугой, а за так называемыми справками, которые были, выдавались разными структурами на протяжении десятков лет, и очень устаревшее законодательство, внутреннее, я имею в виду служебное законодательство, специализированные законы каждых отдельных ведомств, еще не адаптированы под тот замечательный великий закон, который был принят в апреле 2016 года, это закон Украины про свободу передвижения, свободный выбор места проживания, который, собственно, и дал нам возможность многие вещи, став уполномоченным органом регистрации, кстати, в апреле 2016 года именно в сессионном зале Николаевского городского совета этим уполномоченным органом регистрации был выбран наш департамент. Но при этом не получил увеличения штатной численности, из-за чего в результате мы получили вот то, что мы получили. И те очереди, они стоят за так называемыми пресловутыми справками о составе семьи, я говорю так называемым, потому что, говорю, что с 2016 года такого справки не существует. То есть мы придумали для того, чтобы не нарушать права конституционные населения нашего, мы придумали аналоги таких справок, называются они информация о проживающих по адресу, и именно из-за этого начинаются все вот эти споры и конфликты. На мой взгляд... Дмитро, будь ласка. Да, спасибо. Я вижу решение этой проблемы с трех позиций. Первое – это электронное программное обеспечение, которое даст возможность и уже существует сейчас и зарождается наш реестр жителей города Николаева. Это удобные обустроенные помещения, так называемые open space, открытое пространство, которые по требованиям и по безопасности, и прозрачности, и удобности должны быть для николаевцев, и увеличение штатной численности, которая увеличит пропускную способность для этого населения. Зрозуміло, ми спочули, дякую. Відреагуйте, Юрію. Ситуація... Короткий коментар, а потім позначення позиції. Банальна і проста. Понимаете, вот у нас две позиции сейчас в работе. Что-то ломаем, что-то строим. Ломать успеваем, строить нет. Результатом становится то, что базис и надстройка просто не совпадают. То есть теоретические вещи, прогрессивные, хорошие, интересные, нужные, важные, они внедряются, принимаются на уровне законодателя, вот принимаются соответствующие решения, исполнение, ну, пока еще очень сильно отстает. Огромное количество услуг, которое достаточно короткий период времени уже стал оказывать департамент административных услуг, оно не соответствует никаким техническим возможностям и так далее. И вот вы произнесли фразу, почему депутаты. Вот, ну, слушайте, давайте на депутатов как бы повесим эту функцию и вообще все остальные прочие. Что тогда будет делать исполнительная власть? То есть ничего? За все несут ответственность избранники. У депутатов контрольная функция, номер один, контрольная. И принятие решений, после чего их контролируют. Ну, штатное расписание – штука важная, тонкая. И если бы можно было сделать управленческий аудит, то мы бы нашли, наверное, достаточное количество подразделений, которые сегодня дублируют какие-то функции, делают еще что-либо. Если раньше было, допустим, 15 ЖЭКов, примерно, в среднем, в каждом большом районе города, то там было 15 паспортистов. Вот. Эти 15 паспортистов спокойно выдавали вот эту пресловутую форму номер 3, то есть справку о составе семьи, которую, как Дмитрий сказал, потом заменили. Но все же очень просто. Приходишь в магазин, есть какой-то товар очень популярный, выстраивается длинная очередь, вот. Одна продавщица обслуживает. Эта продавщица просто не в состоянии обслужить очередь 50 человек. Но если там будет стоять 5 продавцов, то это будет по 5 человек на каждого. И все автоматически исчезнет. Второе – это техническое оснащение. Это же вы обозначаете позицию, так? Ваша позиция уже звучит. А позиция, это... принципиальная позиция. Так. Ну, одним штатным расписанием все не решишь. Вот. Но, по крайней мере, это очень улучшит ситуацию. Нужно еще и соответствующие условия создать, где люди могут отдыхать, получать необходимые электронные...
информационные какие-то вещи, могут в конце концов идти в нормальный санузел и там как бы получить ту услугу, которая должна быть привязана к любому учреждению. В конце концов, они должны получить информацию, должны быть электронные мониторы, а не другие какие-то вещи. Их должно быть много, должны быть подготовленные специалисты. Но и надо помнить о том, что оппонирую, не оппонирую, это действительно так. Вот это справочные вещи, которые не являются, в принципе, соответствующей услугой, они как раз и создают вот эти очень длинные очереди. Однако, человек прост и понятен. Если раньше проблем не было, а сегодня их огромное количество, то что-то в этой реформе не так. А депутаты готовы выделить кошти саме на цю структуру? Я не могу отвечать за весь городской совет. Я думаю, все будет зависеть от того, насколько руководство этими структурами, в том числе и Дмитрий, как идейный вдохновитель, руководитель, достаточно, кстати, профессиональный, очень хороший специалист, преподнесет подробно и понятно, с четкими конкретными посылами и примерами вот, депутатам проект соответствующего решения. Я видел, он опубликовал его, рассказал. Я думаю, этого недостаточно. Здесь надо немножко проще и понятнее объяснить. Принципиально надо просто думать, где взять эти штаты. Но у меня есть живой пример того, что и как происходит. Думаю, мы в дальнейшем об этом поговорим. Это же далеко не все проголосовать. Звісно. Дякую. Відреагуйте. Да, тебе хочу сказать, что вот Юрий Исаевич правильно сказал по поводу программного обеспечения, но не конкретно Юрий Исаевич, а некоторые его коллеги очень негативно реагируют на любое увеличение штатной численности, пропагандируя то, что это армия чиновников, они не справляются, надо их сокращать, а мы хотим их увеличивать. Так вот, для того, чтобы это программное обеспечение заработало, надо его наполнить. И все вот эти вот 15 ЖЭКов, о которых говорил Юрий Исаевич, в каждом районе, у всех у них огромные картотеки, действующие картотеки, архивные картотеки. Это огромные коробки, стеллажи в несколько уровней с данными по каждого жителя города Николаева. Очень важными, очень ценными данными, потому что ведь прописка, она привязывается сейчас и к учебе, и к медицине, и к каким-то наследственным вопросам, и к воинскому учету и так далее. Все эти, всю эту информацию, огромный массив информации, кто-то руками должен внести в эту электронную базу данных. И не просто нанять студентов-волонтеров, которые могли бы это сделать. Мы такой вариант тоже рассматривали. Но сейчас у нас есть закон Украины про защиту персональных данных, и эти студенты не имеют права эту работу делать. Но самое главное, что эти студенты не будут нести ответственность за то, что они туда вносят. Учитывая, что мы уже в триаде выборных процессов и так далее, то есть если бы были какие-то проблемы с реестром избирателей, которые тоже сейчас формируются на основании нашей информации предоставленной, то первые замечания были бы к нам, как раз, как людям, которые несут ответственность, как уполномоченный орган по регистрации. Соответственно, должны быть должностные люди, которые в должностных обязанностях будет прописана ответственность, в первую очередь, за ту информацию, которую они туда переносят. И в рамках этой реформы, когда передавали из ЖЭКов от паспортистов эту информацию к нам, ведь эта реформа родилась не просто так. Сейчас мы несем ответственность за ту информацию, которую внесли в реестр с 2016 года. Но мы постоянно работаем над тем и массу негатива получаем в связи с тем, что когда-то некоторые, не буду говорить все, очень много талантливых паспортистов, и многих из них мы постарались даже сохранить их кадровый потенциал и трудоустроить у нас, некоторые из них злоупотребляли или где-то как-то халатно относились к этой работе. В связи с этим у нас сейчас очень много проблем с двойниками, с невыписанными умершими. У нас полностью выпал сегмент несовершеннолетних, потому что во всем государстве единоразово загружался этот реестр из реестра избирателей. А в реестре избирателей, естественно, несовершеннолетних не было. И сейчас все те ребята, которые до 16 года были несовершеннолетними, просто выпали. И родители в шоке от того, что они всегда знали и понимали, что их дети прописаны с ними, они платили там где-то за них какие-то коммунальные там, за услуги какие-то оплачивали. Теперь они приходят к нам и понимают, что ребенка нет. То есть для них это шок. Мы объясняем, что это не ведет никаким последствиям, но надо привести один раз этот реестр в порядок и уйти от этой советско-радянской испадщины, как говорят, от этого наследия, ввести новый реестр и забыть про паспортистов ЖЭКов, с которыми, да, где-то было удобно, но немножко халатно и не совсем профессионально. Зрозуміло. Буде ремарка.
Да, конечно. Так. Ну, во-первых, если мы говорим о тех всех людях, которых десятки миллионов, которые помнят, как они раньше получили эту справку, я думаю, практически почти никто из них вот, понятия не имеет и удивлен тем, что что-то было там халатно и так далее. Это профессиональный взгляд на вещи, а у них просто человеческий, бытовой. Пришел, получил справку за 5 минут и ушел. Вот что нужно человеку. Вот. Ему наш профессионализм нужен незаметным, таким, чтобы его даже никто не видел. Что касается электронного реестра избирателей. Ну, во-первых, электронный реестр избирателей появился совсем недавно. Я был родоначальником его создания в городе Николаеве в свое время, руководителем рабочей группы. Это уже было ближе к 2010 году. И когда сделали запрос на Центральную избирательную комиссию с просьбой разрешить воспользоваться этим реестром, если помните, да, такое разрешение было получено. Но неужели, Дмитрий, вы не знали тогда о том, что там нет несовершеннолетних? Это же реестр избирателей. Там их и не могло быть. И это не советское наследие. Это совершенно другое. Это взяли то, что было. Вот. И, слава богу, хоть этот реестр был, потому что иначе бы сейчас вообще долго бы мы думали, как это сделать. Я вам простой пример приведу, очень короткий. Была ситуация трагическая у нас на Намыме, на Лазурной 40, взорвался дом. Да, мы немедленно прибыли, 5 суток спасали людей, сделали все, что только могли, но надо было точно выяснить, сколько людей прописано в этом доме, в этом подъезде, а потом выяснять, сколько же из них в этот момент взрыва находились в квартирах, чтобы понимать, кого искать, сколько людей и так далее. И тогда за 5 километров бежали, бог знает куда, в ЖЭК, вот такой деревянный ящик, в нем вот эти формуляры, как в библиотеке, вот эти вот деревяшки, картонки. И тогда приехал уже бывший на сегодня президент и задал вопрос списке мешкан семье. Но мне нечего было отвечать, потому что мне некогда было этим заниматься. Я руководил этим процессом вместе с Николаем Павловичем Романчуком. Я ему четко сказал, есть. Он говорит, покажите. Ну, смешно сказать. А мы, оказывается, и не знаем о том, что никаких реестров у нас электронных близко нет. И поэтому сегодня, например, в Ингульском районе, вот, где тоже есть, ну, будем пока говорить, рукодельный, чтобы не высказаться иначе, ЦНАП, вот, где тоже толпы людей, неприспособленное пока что помещение и так далее. Есть комната, в которую со всех тех ЖЭКов привезли и сложили вот эти вот формуляры. Их огромное количество. Сидит там один человек, их пока выдает вручную, ну, разыскивая, выясняя и так далее. Поэтому, если нужен электронный реестр, такой, как надо, то нужно другое сделать. И если у меня время уже исчерпано, могу сказать, у нас программно-целевой метод, да, работы с бюджетом. Если есть программно-целевой метод, который на сегодня уже начал вот работать в полный рост, то должна быть целевая, например, если это говорится о городе, городская программа, в которой четко, поэтапно, 16-й год, апрель месяц, делается то-то, нужно необходимы такие-то вещи, необходима такая-то сумма. Вот, 17-й год, 18-й, 19-й, делается это, делается это, делается это, согласно программе целевого метода и принятой городской программе, многолетней. Мне кажется, мы бы уже намного ближе и быстрее подошли, не убеждая каждый раз депутатов в одном, втором и на третьем. Мы просто, на мой взгляд, вот, я имею в виду тех, кто этим занимался, не просчитали все эти вещи. Это не значит, что они не старались, не работали, ничего не создавали. И досталось им, ну, будем говорить, не очень в хорошем состоянии все это дело, когда они пришли. Но когда есть четкая, поэтапная, пошаговая, последовательная, продуманная программа, вот, в которой просчитаны необходимые финансовые средства и инструменты прописаны, как и что выполнять, мы могли бы планировать бюджет не на один год, а на несколько лет, наполнять эту программу финансированием и профессионально двигаться вперед. У нас хаотичны эти вещи. К сожалению. Добре. Дякую вам за ваші відповіді. Йдемо далі. Протягом 2018 року фахівці Департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надали майже 226 тисяч консультацій, понад 107 тисяч адміністративних послуг та майже 17 тисяч письмових відповідей на запити. У порівнянні з 2017 роком ці показники зросли на 43,25% та 368% відповідно. А чи достатньо для нашого міста 4 центрів надання адміністративних послуг, щоб забезпечити і кількість послуг, що постійно збільшується, і попит громадян, який також щороку зростає. Юрію, будь ласка.
Да, дело в том, что достаточно было бы одного большого центра административных услуг, если бы он был в соответствующем здании, настоящим прозрачным офисом. И надо отдать должное Александру Сенкевичу, в свое время у него было очень острое желание приобрести подходящее здание. Вмешалась политика, экономика, разные моменты такого свойства, которые не дали этого сделать. И на сегодня, сейчас, насколько я знаю, идет активнейший поиск вот подходящего сооружения, помещения где-то в центре с хорошей транспортной развязкой. Вот, потому что те центры, которые пока есть сегодня в районах, они, это только временное решение, которое не дадут нужного эффекта. Все надо концентрировать в большом, огромном офисе. И сейчас речь идет о том, чтобы арендовать какое-то очень большое помещение где-то в центре города, где можно будет в достаточно быстрые сроки это сделать. Насколько я знаю, такие варианты помещений уже есть. И это делается. Что касается сегодняшней ситуации, имеется в виду размещение в районах, ну, во-первых, здания эти абсолютно не приспособлены. Во-вторых, ну, мы уже пошли на то, что предлагал тогда Центр административных услуг, предлагало наше агентство развития, возглавляемое Виталием Вороном. Естественно, это Александр Сенкевич все поддержал, что есть позитивным, для того, чтобы сделать хотя бы вот этот образцово-показательный центр административных услуг, если хотите, районного значения, сделать его в Ингульском районе. На сегодняшний день уже выделены соответствующие средства, где-то ну, максимально до 1,5 миллиона гривен. Вот, там будет проведена реконструкция. Мы это обязательно вместе с Александром Сенкевичем и Дмитрием сделаем. Здесь нам дебатировать не о чем. Потому что, в принципе, понимаете, все хотят одного и того же, улучшить работу, только как бы методы разные. Но объединяя молодость и как бы прагматичный опыт, можно сделать гораздо больше. Я глубоко убежден, что месяца через 2,5-3 мы увидим идеальный небольшой центр административных услуг прямо внутри Ингульского района, и все вместе с городским головой, с депутатами, с жителями, вот, перережем ленточку. И там, если видеть последний проект решения, который был подготовлен, я думаю, если это будет, даст Бог, городским советом проголосовано, будет добавлено, допустим, в этом районе 9 единиц еще штатных работников, в общей сумме получится 14 или 15 человек, которые полностью ликвидируют вообще даже мыслимые и немыслимые очереди, и их не будет. Но для этого там будет сделано все. И все нормальные человеческие современные условия для нахождения там людей и получения ими необходимого например, любой услуги, которая входит в эти 127. Но для этого нужна политическая воля городского совета. Только одно остается нерешенным пока. Проголосовать увеличение штатного расписания на разумные эти вещи. Я глубоко убежден, что Дмитрий пойдет по всем комиссиям и убедит депутатов городского совета. А если нет, то мы будем работать с нашими коллегами до того момента, когда я тех, кто будет категорически против, типа Бабы-Яги, вот, просто буду приглашать на прохождение этого. И когда депутат сталкивается с тем, что ему надо получить какую-то тоже справку, они что же люди, мы все люди, да, вот, то тогда это сделать очень сложно. І приходится іногда некоторым искать какие-то хитрые обходные пути. Вот тут мы их будемо стимулювати. На жаль, нескінчений на час нашої програми. Хочеться ще затронути багато питань і встигнути. Дмитре, хотілося б, щоб ви також відповіли на це питання. Чи достатньо для нашого міста 4 центрів надання адміністративних послуг, щоб забезпечити кількість послуг, що постійно збільшується, і попит громадян, який також щороку зростає? Хочу сказать, что мы очень глубоко аналізували теж ці всі вопроси. І ведь на самом деле, що таке 4 ЦНАПа, 5 ЦНАПа, 6 – это место, то есть точка доступа, точка ввода документов в один единый орган уполномоченный. Для меня не имеет большого значения, это одно большое здание или несколько малых зданий, если у него есть правильная, хорошая пропускная способность и комфортные современные условия, как технические, так и просто полезное пространство для ожидания и
лучше бы, чтобы не было необходимости ожидать даже в этих помещениях. В пользу одного крупного большого помещения я бы хотел сказать, что это с управленческой точки зрения сократит количество руководителей, потому что в каждом отдаленном районе кто-то должен дополнительно нести ответственность еще за исполнительскую дисциплину, табелирование, сохрана коммунального имущества, организация работы по очереди, электронной очереди в том числе и так далее, много вытекающих последствий. Естественно, единый большой объект был бы очень уместен, ну, может быть, еще один отдаленный, учитывая отдаленность, там, допустим, Корабельного района, было бы, наверное, удобно еще в Корабельном районе что-то подобное в уменьшенном варианте, как-то в бета-версии такой иметь. Исходя из нынешних реалий, для того, чтобы не уходить в какие-то долгострои, а решать проблему населения сейчас, тут действительно планировать нечего. Как только возникли какие-то социальные волнения, Александр Федорович и Юрий Савич очень быстро, очень остро отреагировали на вызов наших граждан. И действительно было принято волевое решение, было изыскано соответствующее финансирование. Уже есть проект некий. Ведется консультация с нами, потому что мы не уполномочены строить, делать ремонт там, и так далее. Но мы проверяем на соответствие тем требованиям, в том числе постановлениям Кабинета министров Украины по единому пространству, по защищенности каналов связи в том числе, потому что вся эта информация, которая ходит на этой системе, это все персональные данные, о которых я говорил. Я тоже с огромным удовольствием надеюсь, что в течение там, 2 месяцев николаевцы получат образец того, как это должно виглядати, і намного проще буде щось подобне внедряти вже в інших районах. Зрозуміло, дякуємо, йдемо далі. Одним з лідерів у сфері надання адміністративних послуг в Україні є Івано-Франківськ. Саме у цьому місті був створений перший в Україні ЦНАП ще у 2010 році. Нині він надає 240 послуг та щорічно обслуговує 60 тисяч громадян. За статистикою, протягом минулого року франківський ЦНАП приніс до міського бюджету 48 мільйонів гривень. В той же час миколаївський ДНАП, який нині спроможний на 127 послуг та протягом минулого року надав їх понад 107 тисячам громадян, заробив 3 мільйони 319 тисяч гривень. І від чого залежить така розбіжність? І чи може департамент вийти на самоокупність та у подальшому не залежати фінансово від рішень депутатів міської ради, наприклад, Дмитре? На мій взгляд, дуже некоректно було б ставити в голові стола іменно вопрос прибилі, тому що це не комунальне прибильне підприємство. И учитывая, если изучив вот эти, изучив вот эти 127 услуг, мы увидим, что по закону 80% из них для государства являются бесплатными. Соответственно, уже вопрос заработка непосредственно на гражданах, ну, наверное, должен уйти на второй план. Во-вторых, задача ведь ЦНАПа, скажем, в точке зрения стыковки работы с бизнесом, с предпринимательством. То есть это земля, это регистрация предпринимателей, физичных предприятий и так далее, регистрация уставов и так далее. Ведь здесь задача местной власти не заработать эти деньги, а не дать возможности создать такие условия, чтобы не уходили эти деньги в другие города, в другие области. Вот чтобы не говорили, там, я с огромным уважением отношусь к руководителям Ивано-Франковского ЦНАПа, мы постоянно общаемся, обмениваемся опытом, и они у нас тоже уже некоторый опыт заимствуют. Я хочу сразу сказать, что Николаев 4-й областной центр, который запустил вот этот реестр жителей, в Ивано-Франковске его пока нет. Вот, и мы уже делимся этим опытом. Так вот, у них из их услуг, вот этих, 50% услуг предоставляемых, это супутние послуги, так называемые. Это платные услуги для бизнеса, это платные услуги по реализации там, констоваров и так далее и тому подобное. То, о чем нам сейчас думать рано и вообще неуместно, потому что мы пока со 127 разобраться до конца не можем. И ну, не заработок надо ставить во главе стола, как я уже говорил, потому что главная задача реализовать, ни в коем случае нигде не ограничить людей в их конституционных правах. Разумело. Разумело, дякую. Юрий, будь ласка, те саме питання. Як ви гадаєте, від чого залежить розбіжність, ну, як ми зараз навели приклад Івано-Франківська, і взагалі, чи може департамент вийти на самоокупність та в подальшому не залежати фінансово від рішень депутатів міської ради? Во-первых, коли створювали Центр адміністративних услуг, така задача вийти на самоокупаємость не стояла, не стоїть і стоять не должна. Це так, як
этот центр несет прежде всего социальную нагрузку и обслуживает всех, и малоимущих, и неимущих, и совершеннолетних, и пенсионеров, и льготников, и так далее. И зная, какие сегодня доходы населения, мы же должны как бы вот адекватно относиться к тому, чтобы человек, которому необходимы какие-то услуги, вот, был в состоянии хотя бы за них оплатить. А почему такая разница? Ну, во-первых, в два раза меньше у нас услуг. Это естественно. Во-вторых, надо понимать, кто когда начал оказывать услуги достаточно уже более высокой стоимости. Вот сейчас у нас выдаются, оформляются уже заграничные паспорта и ID-карты, как наши паспорта гражданские и многое другое. Но главная задача, которую поставили, это развивать, будем так говорить, новые технологические возможности, а не торговать там канцелярскими принадлежностями. Это тоже надо. Но у нас, в принципе, условий соответствующих для этого нет. Я бы не сравнивал работу подобных органов одинаковых именно с точки зрения соответствующей прибыли. Я ее бы сравнивал с другими вещами. Но еще проблема такая. У них там уже решены целый ряд технических вопросов, и у них гораздо лучше пропускная способность. У нас человек тоже получает услугу, но он ее может получить не с 8 утра до 10 утра, а на следующий день, запишавшись и так далее. Ну, как бы пропускная способность решит много вопросов. Однако, самоокупаемость во всех вопросах, которые являются услугой органов местного самоуправления, согласно Европейской хартии местного самоуправления, еще со средних веков, должна быть только под одним принципом. Услуга должна быть максимально приближена к людям и максимально доступной, если она социальная. Из этого как бы исходит городской совет. Город на город в Украине не похож. Мы движемся, каждый как местное самоуправление, своими курсами. Но мы все до единого четко выполняем закон. Нам надо сейчас создать людям одни единственные нормальные условия – удобство, прозрачность и возможность это приобрести по доступной цене. Добре, дякую вам за ваші відповіді. Дебати тривають, і ми переходимо до другого раунду. Його правила дуже прості. Ви можете поставити по два запитання один одному. Дмитре, і ваше перше запитання до Юрія, будь ласка. Я хотел бы узнать вашу точку зрения по поводу, как в принципе вы относитесь к увеличению граничной штатной численности нашего исполнительных органов нашего городского совета, и что лично, если вы рассматриваете это положительно, чтобы вы лично могли бы чем помочь нам по достижению этой цели? Видите ли, Дмитрий, я хочу сказать, как и большинство своих коллег-депутатов, я понимаю задачу комплексно. И можно же жить по другим принципам. Если в одном месте что-то прибывает, в другом что-то убывает. Вот. Мы могли бы и пересмотреть некоторые вещи и разобраться, в принципе, с тем, что наша штатная численность эффективна или неэффективна. Где-то, может быть, уже сократить каких-то работников и усилить СНАП количественным составом. И по-другому, к сожалению, если бы мы принимали структуру в целом, структуру исполнительных органов власти и центров, департамент туда входит, нам бы было гораздо проще это все сделать. Однако на сегодняшний день, если этот вопрос заблокировать, тогда, к сожалению, вообще не выбраться из этого будет. Поэтому, в принципе, то, что расширение штатной численности центра оказания административных услуг острейшая необходимость, однозначно понимаю я и наши коллеги. Вот. Все остальное в комплексе. Это не касается персонально вас, это касается многих управленцев, которые как бы очень неплохо себя и вольготно чувствуют, развалившись в хороших кабинетах, имея достаточное количество подчиненных и в принципе не особо понятно, какую функцию они иногда выполняют. Я не хочу сейчас персонифицировать. Это, наверное, все-таки то, о чем мы говорили. Вот, проведение управленческого аудита вот, и пересмотр функционала в сторону его как бы, эффективности по стандартам ИСО, по другим вопросам, он все равно назревает и он необходим. Что касается СНАПа, какой же смысл нам строить
ЦНАП, да, у нас будет все очень удобно, но у нас будет один человек, а людям все равно, вот, им главное быстро и качественно, поэтому я думаю, что вместе с материально-технической базой надо обеспечить людей квалифицированными кадрами в достаточном количестве, в том количестве, которое, допустим, предлагается на вот этот центр районного звена, вот, оно было бы идеально на сегодня, поэтому, в принципе, мы поддержим это. Комментар. Я от себя, да, еще хочу сказать, что я согласен полностью с вашей позицией, но, к сожалению, проведение этого аудита требует дополнительного финансирования, это требует времени. После того, как мы выясним, что где-то какие-то чиновники, не дай бог, не дорабатывают и являются дублерами, суфлерами и так далее, это живые люди, потребуется время на их увольнение, сокращение, введение за штат и так далее. Можем ли мы столько ждать времени? Я не предлагаю столько времени ждать. Мы уже сейчас в такие условия соответствующие поставлены, что нам уже деваться некуда. Если сейчас не разобраться с штатной численностью в центре оказания административных услуг, то мы уже поручим социальный взрыв. Поэтому нам необходимо вот, уже теперь идти, на мой взгляд, параллельно. Надо добавить штатную численность в необходимом количестве в СНАП и параллельно там заниматься другими вопросами структуры. Если же мы все это объединим, то, в принципе, мы пойдем на грубейшее нарушение просто нормальных человеческих прав каждого гражданина, что в СНАП обращается. Честно говоря, я просто в шоке. Я не могу пройти на рабочее место. Людей огромное количество. Они апеллируют к любому. А так как я достаточно узнаваем, чтобы не сказать совсем узнаваем, вот, то они, естественно, говорят, да как же так, да что ж такое. Вот. Очень трудно людям объяснить, вот, что над ними издеваются не специально. Поэтому здесь мы обязаны, уже набрав 127 соответствующих услуг, дать возможность людям обрабатывать все, что касается тех людей, которые обращаются за этими услугами. 127. Функционал расширился очень широко. И нужны люди, квалифицированные кадры. Добре. Дякую за ваш коментар. Юрій, ваше перше запитання до Дмитра. Будь ласка. Дмитрий, я хотел спросить по поводу электронного реестра, который вы делаете. Мне кажется, что этот вопрос, во-первых, недостаточно освещается. Во-вторых, есть ли какие-либо уже первые успехи в этом вопросе и насколько он на сегодняшний день совершенен и работоспособен, либо он еще в процессе создания. И что делать с несовершеннолетними, как их добавлять в реестр, какой механизм, чтобы они все попали в реестр? Спасибо за вопрос. Хочу сказать по поводу реестра. Ну, освещением там, массовой информации и так далее мы занимаемся в целях информирования населения, в целях там, рекламы ЦНАПа, как бы, ну, это не политика, это наша работа, поэтому мы, может быть, меньше внимания этому уделяем. Нет специалистов, которые смогли бы там, взаимодействовать с общественностью, там, с средствами массовой информации и так далее. По поводу реестра хочу сказать, что он уже проголосован, он уже есть, юридически он уже существует, он уже работает, он наполняется. Качество его наполнения, то есть количество его наполнения никогда не достигнет 100%, потому что да, каждый день у нас появляются николаевцы, новые рождаются, выезжают, приезжают, смертность и так далее. Меняются фамилии, меняется регистрация и так далее. По работе этого реестра могу сказать, что уже не пилотно, а уже в рабочем процессе подключены к этому реестру все органы нашей социальной защиты населения, и все субсидирование тоже сейчас уже связано с нашим реестром, и те люди, которые к нам сейчас обращаются по получению субсидий за справками, это те люди, как раз, которые выпали по той или иной причине из этого реестра. То есть уже не люди бегают, а информация бегает, если можно так выразиться. Сейчас пилотно мы в немножко в другом интерфейсе разработали, пилотно подключаем водоканал. Их интересует эта информация по потреблению, объем потребления воды, там, где нет счетчиков, расчета и так далее. То есть тоже уже в принципе, николаевцев работа этого реестра беспокоить не должна, и думать об этом они не должны. Это наша с вами задача,
думать о работе этого реестра. Объясните мне, кто занимается его наполнением, и я не соглашусь с вами по поводу того, что он никогда не будет совершенен. Начиная создавать электронный реестр избирателей, вот столкнулись с той же проблемой. Есть умершие, есть те, которые достигли 18 лет, есть перерегистрировавшиеся, есть переехавшие, но есть для этого государственные институты, которые должны взаимодействовать и ежедневно обновлять информацию. В реестре избирателей это же получилось. Юстиция дает умерших, вот, соответствующие органы дают родившихся. Регистрацию давали тех, кто отвечал за эту регистрацию, ежедневное движение. Потому что миграция в каждом районе города достигала до 5-6 тысяч людей в месяц. Странно, казалось бы, все живут на своих местах. Нет, много перерегистрируется. Я просто хотел уточнить, есть ответственные люди, которые являются штатными работниками органов местного самоуправления, которые занимаются исключительно вот этим электронным реестром, потому что людей, конечно, не должно это интересовать. Вот. Их должен интересовать только результат этой работы. И если есть сколько их, достаточно им технического обеспечения соответствующего? И нужно ли что-то для того, чтобы эта работа была совершенна? Иду сразу. Но я уточнил. Я хочу сказать по поводу технического наполнения базы. Да, она есть, она достаточно. По поводу наполнения вот этих реестра избиратели и так далее. Да, действительно, это был государственный проект, с точки зрения закона наполнялся теми иными образами. У нас по нашему закону про админпослуги и по закону про вильное пересування, ну, вильный выбор места проживания, свободу пересування, у нас есть два момента наполнения этого реестра. Первое – личное обращение гражданина. Второе – судебное решение. Ничего другого, к сожалению, как бы я ни хотел, мы сделать не можем. Мы не можем синхронизироваться с юстицией, мы не можем синхронизироваться еще с кем-либо. Сейчас единственное, в чем мы нашли точку соприкосновения, законодательно это обосновали и пилотно уже это откатали, мы наш реестр вносим как подсистему единого государственного реестра миграционного, которым мы же сейчас тоже работаем и выдаем загранпаспорта. И это же ответ на ваш следующий вопрос, который прозвучал, несовершеннолетние дети. Сейчас заграничный паспорт Украины получает ребенок с момента рождения. Соответственно, все эти дети постепенно методом эволюции появляются уже у нас в реестре. Точно так же та реформа, которая произошла по образованию. То есть сейчас ребенок попадает в школу по месту регистрации. И это тоже заставило родителей взять эту информацию, прийти и внести этих детей в наш реестр. Они у нас появились. Сейчас следующая, третья волна – медицина точно так же. Военнообязанные ребята, 14 лет, призывники, которые становятся на учет, появляются у нас уже. То есть эта процедура идет, но, к сожалению, не так стремительно, как нам бы хотелось. А заграничный паспорт с момента рождения только при заявлении родителей или это автоматически? При заявлении родителей он оформляется и автоматически попадает нам в реестр. То есть, иными словами, те люди, которые считают, что они с ребенком будут ехать за рубеж, естественно, оформляют загранпаспорт. Тогда половина населения страны, а может и две трети, не обращаются. Мы видим только тех, кого мы начали оформлять с 2016 года. Понятно. Добре. Йдемо далі. Дмитро, ваше друге запитання до Юрія, будь ласка. Хотел произнести в начале передачи это как вопрос, сейчас это больше просьба, наверное, чем вопрос. Хотел бы от имени, наверное, тоже николаевцев, которые находятся сейчас в очень тяжелом состоянии, считают, что где-то власть их не любит, где-то недооценивает, где-то злоупотребляет полномочиями, там недорабатывает и так далее. Хотел бы заручиться вашей поддержки в создании вот этих инфраструктурных объектов в плане самих зданий, помещений, оснащения этих помещений для наших николаевцев. Ну, хоть это и дебаты, я вам должен сказать, что для ваших работников, которые будут обслуживать население Ингульского района, вы в течение 2-2,5 месяцев, мы бы это сделали уже раньше, но там находится окружная комиссия, секретные документы, сервера, и они должны закончить выборный процесс, поэтому это мешает начало работ. Мы вам просто вручим конфетку. Идеальное помещение от СНАПа. Это наша работа. Вот мы все построим. Ну, а ваше дело уже наполнить это хорошим содержанием. Здесь как раз, я думаю, мы нашли консенсус. Хотя я бы не сказал, что у нас такие уж получились жесткие дебаты на противопоставление. Но как бы мы дополняем где-то моменты, разбираемся с этим. Поэтому, Дмитрий,
Все, что касается ЦНАПа, по крайней мере, в Ингульском районе, да и поддержки на развитие ЦНАПов в других районах и, добре, естественно, общего городского, добре, дякую, за нами будет поддержка. Скажу, если уже заручившись вашей поддержкой, тогда мы переходим в стадию обучения персонала, который заполнит... Не сомневайтесь, деталі, це ви можемо це обсудити за кадром, а зараз на час дуже залишилось дуже мало часу до кінця програми, а на ще третій раунд. Будь ласка, коротко, друге запитання до Дмитра. Дмитрий, устаете на работе? Давайте что-нибудь полегче. Потому что выглядите хорошо, а глаза уставшие. На работе устаю. Ну, решение осознанно, работаю в сервисной службе с 2011 года. Сначала в миграционной службе, потом в местном самоуправлении. Да, устаю, но устаю с надеждой, скажем так. То есть черпаю вдохновение в тех маленьких победах, которые происходят. А они происходят. Услышав ваше замечание, наверное, будем больше информировать об этих победах населения. Ну, в принципе, ходим туда не за этим, а ходим за улыбками. Ну, не как запуск спутника каждый раз. Мы вас почули и дякую. Другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – черги у ЦНАПах. Недопрацювання чи недофінансування? У студії Дмитро Лазарів та Юрій Гранаторов. Зараз я пропоную вам відповісти на запитання від мене, моїх колег, а телеглядачам не нагадую, що свої запитання учасникам дебатів ви можете надіслати у Viber чи на сторінку Facebook. Отже... Чи здатна система ЦНАПів забезпечити надання всіх адміністративних послуг, які існують нині в Україні? Чи є якісь винятки? Юрій, будь ласка. На сьогодні в повному об'ємі, в тому качестві, якого це хотілося б, мабуть, поки ні. І навіть найсовершенніші центри надання адміністративних послуг, такі як в місті Вінниця, наприклад, ще нуждаються в розвитті. Тому що коли ми створили єдине вікно, були впереді планети всі, потім відстали в силу різних об'єктивних і суб'єктивних причин, політичних дрязг, вияснення відносин, непонімання депутатського корпусу і тоді ще голови міста Владимира Дмитрия Чайки, просто несовременного мышления и так далее. Поэтому другого пути все равно нет. Так живет весь мир. Это совершенная система, и она должна заработать. Все, что говорил Дмитрий по поводу там постсоветских моментов, оно должно уйти. И человек должен прийти в одно место и получить все, что только ему необходимо, не общаясь ни с какими там чиновниками, не обивая пороги, не ходя в кабинеты и не теребя конвертик, шелестящий в кармане. Вот это будет нормальным решением. И мы уже близко к этому, на пути. Поэтому думаю, что от органов местного самоуправления, от тех, кого избирают люди, зависит, чтобы это случилось как совершенное уже действие, как можно быстрее. Зрозуміло, дякую, Дмитрий, ваша відповідь. Себя добавлю, что да, действительно ЦНАПы могут и обязаны, наверное, выполнять все те вызовы, которые сейчас обществом нам выражены. От нас, в частности, про Николаев могу сказать, что уже законодательно мы можем также выполнять функции социальных услуг, функции органов регистрации юстиции, это ЗАГС, там, рождение, смерть, брак и так далее. Мы можем законодательно уже предоставлять услуги сервисных центров Министерства внутренних дел, права, техпаспорта, регистрация транспортных средств и так далее. И еще много-много там разрешительная система, водный транспорт, оружие и много-много чего другого. Мы готовим сейчас уже все согласованные решения, мы подписываем меморандумы, но пока не запускаем эти все моменты, потому что, к огромному сожалению, ввиду того, о чем говорил Юрий Исаевич по поводу политических дрязг, недопонимания там, потребности финансирования и так далее, мы немножечко отстаем от динамически развивающего законодательства, потому что закон носит характер, да, немедленного исполнения, но дает нам возможность в переходных положениях выдержать какую-то паузу, подготовиться и нормально реализовать ту или иную услугу. Потому что, да, действительно, мы можем сейчас сделать, Николай, 250-270 услуг, стать топ там по списку по всей Украине, но сможем ли мы и нужно ли это николаевцам прямо сейчас, или мы можем внедрять это постепенно, безболезненно, не отражая на качестве предоставляемых услуг. Зрозуміло, дякую. Чи існує нині проблема умовної монополізації адміністративних послуг певними державними установами, які не бажають передавати їх ЦНАПам? І як, на вашу думку, цю проблему вирішувати, Дмитро? Ну, решать эту проблему можно единственным способом, это законодательным. Я считаю, ну, на данный момент, за полтора года моей работы, не получилось у нас
такого непонимания или там, откровенного саботажа делегирования тех или иных услуг, потому что каждый орган государственной власти у нас возглавляют достойные люди, и они понимают, что это требование времени, это требование общества, и что рано или поздно это произойдет, но лучше пусть это произойдет как-то органично, вольется в общество, и гражданин, обычный гражданин, прохожий, даже не будет понимать, какой орган государственный, местного самоуправления и так далее будет предоставлять ему ту или иную услугу. То есть вот этот переход должен быть максимально безболезненным. Все это понимают, мы идем друг другу навстречу. Опять же, те органы, которые делегируют нам эти функции, остаются контролировать эти функции. То есть у нас начальников много на самом деле. То есть и это не узурпация власти, а просто объединение, консолидация их в одном единственном окне, в одном пространстве для удобства населения. Зрозуміло, дякую. Юрій, ваша відповідь, будь ласка. Я вам пример приведу. Функціонал различного рода оказания услуг в разное время, еще совсем недавно, пытались разные государственные органы перетянуть на себя, особенно если там за это все платят деньги. Вот, например, в свое время, не так давнее, Министерство юстиции, вот ЗАГСы, которые были в структуре органов местного самоуправления, решили, что они должны находиться в ведении Министерства юстиции. Они тихонечко пролоббировали закон. Вот, после этого как бы ЗАГСы затребовали обратно. Мало того, их затребовали с нашими общегородскими помещениями и так далее, и так далее. Получили ЗАГСы, пришли и сказали: так, а где же дворцы торжественных событий? Там, где мы женились, регистрировали детей и так далее. Вот для того, чтобы понять, немедленно передавайте. Вот. Но тогда Владимир Дмитриевич Чайка и наша команда как бы воспротивилась этому и сказали: ничего мы вам не передадим. Приехали, посмотрели на материальную базу управления юстицией. На тот период она была печальной. Сказали: вы даже у себя здесь порядок не можете навести, а наши исторические здания, куколки, дворцы красивые, мы вам не отдадим. Вы регистрируете брак, коль уже таким путем получили. А вот торжественную регистрацию будет проводить, как всегда, город. Потому что орган местного самоуправления – это орган, в котором, если хотите условно, маленького ребенка, который только появился в роддоме, берут за руку и ведут его по жизни до самой смерти, сколько он бы ни прожил. О чем мы, в принципе, сегодня и говорим, вот, уже не мечтая, а понимая, как нужно создать вот такую структуру, которая, в принципе, и будет самым приятным и удобным для любого человека, потому что власть избирают люди. А что касается того, что сказал Дмитрий, что все руководители государственных органов достойнейшие люди, ну, население у нас так не думает, но он воспитанный человек, офицер, в эфире он по-другому сказать не может. Разные у нас руководители, и разное у них понимание того, что это не собственный кабинет и так далее. Поэтому дай Бог здоровья всем тем, хто сьогодні нормально працює вместе з нашими органами. Дякую вам за ваші відповіді. Останнє питання в цих дебатах. 5 липня поточного року уряд України прийняв рішення виділити 70 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для центрів надання адміністративних послуг, які дозволить їм видавати національні та закордонні паспорти, посвідчення водія та реєструвати авто. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко. А чи отримує урядові кошти для цих потреб Миколаївський ДНАП? Якщо так, то в якому обсязі? Дмитро, будь ласка. Я отвечу, да, действительно, такое решение принято было, и благодаря органам местного самоуправления там, предыдущих созывов и местной власти, и местным депутатам, депутаты как раз проголосовали и выделили немножко раньше нам уже средства на покупку этого оборудования для оформления паспортов и загран и ID, и мы в этой системе уже работаем. И это хорошо на самом деле, потому что это на тот момент было очень своевременно, потому что был принят безвиз наш, и была очень большая потребность в максимальном количестве точек для оформления паспортов, как раз в очереди тоже масса негатива и так далее. Тогда депутаты откликнулись, мы закупили это оборудование в октябре прошлого года, мы уже запустили эту услугу, и николаевцы с огромным удовольствием уже почти год пользуются этим, и наши паспорта с нашего николаевского ЦНАПа уже многое количество раз пересекали границу и облетали планеты и так далее, и много позитивных отзывов. Поэтому те средства, о которых вы сейчас говорите, да, мы сделали заявки, будет приобретаться оборудование для оформления водительских удостоверений и печати технических паспортов на транспортные средства. В каком объеме до нас не доводили, но мы увидим это уже в готовом,
КТУ оборудовані. Ні средства будуть передавати, а непосередньо оборудовання. Угу. Я зрозуміла. Юрію, ваша відповідь. Так, так. Дмитрий на все відповідає, я можу тільки сказати, що 70, правильно? Так, 70 мільйонів. 70 мільйонів на страну? Так. Ну, слушайте, ну це здівка. Вот. Это, ну, копеечная. Нам 70 миллионов на ЦНАП, и то еще не хватит. Поэтому могли бы в общегосударственном масштабе, учитывая то, что премьер-министр, который сегодня возглавляет правительство, очень хорошо знает, что такое ЦНАП, и создал один из лучших ЦНАПов в стране, наверное, лучше, да, Владимир Борисович Гройсман, вот, должен поправить там некоторое министерство, и пока еще, слава богу, есть такая возможность направить нормальное количество средств на города, либо оборудование какого-то. Они сейчас передадут, они сейчас сделают централизованную закупку. Вы никогда не задумывались, а почему не передают на места средства, а передают технику, вот, потому что сами ее приобретают, вот, а де, я не знаю. Час. Нас. І я дякую вам знову ж таки за ваші відповіді. І хочу підтвердити, що ми завершили третій раунд дебатів. Час нашої програми вже вичерпався майже. Дякую вам знову ж таки за вашу участь в дебатах, Миколаїв. І на завершення дискусії давайте підіб'ємо підсумок. Скажіть, будь ласка, як аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули? І які аргументи іншої сторони ви вважаєте сильними? По 30 секунд, будь ласка. Дмитре. Я хочу сказать, что очень приятно заручиться поддержкой депутата городского совета и руководителя с многолетним опытом, действующим руководителем, который действительно видит, знает, ему есть чем сравнивать и так далее. Заручиться его поддержкой, я думаю, что он говорил не только от своего лица, а от лица своих коллег, но от себя теперь не имею морального права как-то некорректно подготовить ту или иную документацию, вынести ее в сессионный зал, не донести это до депутатских, на депутатских комиссиях депутатам и не обучить должным образом тот персонал, который должен работать. Зрозуміло. Дякую, Дмитро. Юрію, будь ласка. Я уточнил для себя некоторые моменты, которые мне были неясны. Я не во все вникал, поэтому прямо в эфире здесь узнал некоторые вещи. Увидел профессионального, подготовленного вот человека, у которого есть огромное желание и амбиции сделать свою работу не просто хорошей, а сделать ее как бы такой, чтобы получал удовольствие не он, а те люди, которые обращаются за услугой. И второе, у вас такой формат программы приятный. Может быть, у нас не получились такие жесткие дебаты, потому что тема эта, она одновременно и болезненна, но она и очень сложна для ее реализации. Но, тем не менее, мы, может быть, сейчас показали пример дебатов не агрессивных, вот, корректных. Вот. И самое главное, профессионально подготовленных с точки зрения кадрового потенциала, например, Дмитрия. Поэтому мне было приятно еще с одной стороны увидеть его. На жаль, час нашої програми зовсім вичерпано. Я дякую знову ж таки вам за ваші відповіді, за участь в дебатах Миколаїв, за відвертість, за аргументованість. Дивіться нас наступного вівторка на Суспільному Миколаївщини. На все добре.